Ограничений практически нет. Главное желание. Наш канал ждет тех, кто поборется за звание первого городского водителя и заберет главный приз. 1000 литров бензина получит победитель нового телепроекта «Первый городской водитель». Он стартует уже в марте. В нем примут участие 6 автомобилистов, которые придут на кастинг и покажут, что они, на что они способны. Такого шоу в нашем городе еще не было. Участникам предстоит пройти непростые испытания. Они будут так или иначе связаны с автомобилем. Съемки проекта будут проходить на разных площадках. Все будет зависеть от конкретного задания. Например, в автосервисе нужно будет на скорость определить техническую неисправность автомобиля. Вести новое шоу будет бывший водитель и ныне пешеход Роман Корнеев. Нужно быть старше 18 лет, иметь действующие права. Ограничения крайнего по возрасту нет, даже если вам 86. И вы неплохо водите свой ВАЗ-2103, вы можете принять участие. Кастинг для всех желающих принять участие в проекте «Первый городской водитель» состоится уже 29 февраля. Прийти нужно будет к 11 часам утра в автосалон «Престиж Авто» на улице Дзержинского, 77. С собой достаточно взять удостоверение водителя и боевое настроение. Проект будет проходить при поддержке ГИБДД.